В Jedi Survivor, как и в целом во вселенной Звездных войн, много тайн и сокровищ, которые спрятаны разработчиками игры, но их, конечно же, можно найти, включая пончо из первой части игры. Сегодня я покажу вам, как получить некоторые секретные предметы. А получить недоступные игры в России поможет наш магазин Tap & Play. Покупка происходит через Telegram-бот, в котором опытная служба поддержки пользователей ответит на все ваши вопросы, обработает заказ и сделает все возможное, чтобы игра вашей мечты как можно скорее оказалась у вас. Покупать игры легко вместе с Tap & Play. Первое, что вы будете отыскивать, станет уникальный световой меч. Об этом вы узнаете, когда заметите Торонто Шелл, крупное создание на стартовой зоне планеты Гоба. После того, как вы приручите своего первого питомца, вы сможете взаимодействовать с Торонто Шеллом, чтобы он поднял вас в недоступную зону. Как только вы окажетесь на другой стороне, у вас будут две дороги. И более длинная справа приведет вас к ящику. Вам нужно просто подняться по ряду стен, пока не доберетесь до плоской области с боссом. После победы вы сможете пройти к летающему существу на заднем плане и перелететь на поднятое плато, где находится сундук. Открыв его, вы получите световой меч. Меч выглядит интересным, имея на конце рукояди подобие клыка. Однако в этой же области есть еще и несколько пасхалок, которые вы можете получить, если пойдете на левую сторону. Там будут два больших контейнера, которые вы можете двигать, используя силу джедая, а затем использовать их как опору для пересечения пропасти. Это позволит вам получить дополнительный навык в этой области. Используя этот же прием, вы также сможете установить один контейнер на другой, чтобы достичь верхней части и получить стиль из одного из сундуков на верхних уровнях. Если исследовать некоторые пещеры около главного города на планете Коба, в частности одну из них, называемую Unnamed Downs, на краю карты вы заметите дверь. За ней находится световой меч Сентари Кри, который имеет королевский стиль. Но для открытия вам понадобится роликовый механизм. Ближайшие роликовые механизмы находятся в здании справа. Здесь вы будете замечены механизмами, и вам нужно будет дать им преследовать вас обратно в пещеру. Это довольно долгий путь, но когда вы доберетесь до пещеры, вы сможете просто взять один из них и взорвать дверь. Внутри вы найдете еще один сундук, который даст вам королевский световой меч Сентари Кри. Проверка поселения Джавы, находящимся прямо за пределами Рэмблера, поможет получить вам скин Супербластера. Для этого вам придется продвинуться немного в истории, пока у вас не будет как минимум способности телекинеза. Вам следует начать с точки медитации на нижних уровнях поселения и затем подняться до этого более высокого здания в центре. Здесь вы заметите, что некоторые Джавы помогают вам активировать краны. Использование силы позволит вам притягивать эти контейнеры один за другим, что позволит вам добраться до конечной области. Здесь вам предстоит победить группку дроидов, и как только это будет сделано, вы сможете закончить миссию. Однако путь на этом не заканчивается. Парочку работяг Джава вернутся в город и отремонтируют два здания в центре. В правом здании вы сможете проапгрейдить вашего робота BD-1, а в левом получить скин для бластера. При помощи коннекта вы сможете открыть доступ еще в одно здание, внутри которого вы найдете дополнительные очки навыков. В поселении Джава можно получить еще один скин для вашего бластера, который находится на противоположной стороне поселения. Добраться до него можно через закрытый туннель. Отсюда вам нужно будет добраться до вершины и снова использовать свою силу, чтобы открыть ворота. Внутри вы найдете механизм храма джедая, и вам нужно будет взять шар с правой стороны центральной комнаты, чтобы запитать луч и открыть туннель. Однако вы заметите, что луч идет обратно в город и попадает в оранжевое здание. Вы сможете проложить новый путь для распространения луча. Для этого вам нужно будет использовать способность Коба-дробилка у вашего друга BD-1 и создать путь для луча к этому зданию, после чего оно взорвется и вы получите доступ к еще одному скину для вашего бластера. И, конечно же, это приводит нас к последнему сокровищу, которое также является пасхалкой и мстительным врагом из предыдущей серии игры Огда. В этом случае вы найдете его потомство в форте Кален, и с этой точки медитации вам нужно будет залезть в этот воздуховод при помощи зиплайна и дойти до левой стороны, до тех пор, пока не увидите платформу с дроидами. Встав в центре платформы, вы упадете в пропасть и встретите ваш самый большой кошмар, так как теперь вам придется сразиться одновременно и с оригинальным Огда, и с его потомком. По моему мнению, это немного проще, чем просто сражаться с потомком Огда. Возможно, потому что в этом случае они занимают больше времени между своими атаками, так как они чередуются. Я думаю, что если вы смогли выжить в первом бою, то это должно быть немного проще или в крайнем случае на том же уровне.
Когда вы победите обоих Огда, вы также получите хорошую награду и, наконец, сможете сказать, что цикл мести окончен. Так же, как и это видео. Напоминаю, что лучшие игры вы можете купить в нашем магазине Tap & Play. Ссылка в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр и желаю удачи!